Самый большой хомяк – андатра. Была завезена в Европу из Северной Америки не так давно, чуть больше столетия назад, в начале прошлого века. В советские времена андатровые шапки были очень популярны у чиновников высшего ранга. Но это не только ценный мех, но и 1,5 килограмма нежнейшего мяса. Мясо мускусной крысы, как по-другому называют андатру, популярно во многих странах мира. Говорят, оно напоминает зайчатину.